Как понять, кто решает свои задачи, психологически разгружает себя, какими методиками и кому действительно подойдет рисование? Спасибо, Наташа, за наводку. Этот тест называется «Модель баланса». Сейчас мы его сделаем. Итак, делаем вот такой крестик, рисуем. Сверху ставим тело, одна у нас грань получается тело, вторая близкие контакты, деятельность и смыслы. А дальше ваша задача написать 10 пунктов, отвечающие на вопрос «Кто я?». Например, «Я художник», «Я мать», «Я отец», там «Люк, я твой отец». И тогда возвращаемся к графику и смотрим тело. То есть вы будете решать свои критические вопросы психологические через работу с телом. Спорт, обжорство и так далее. Близкие контакты. Вы будете решать все свои задачи через эмоциональную поддержку близких. Деятельность – это все, все достижения, все амбиции. То есть, когда происходит критический момент, вы будете погружаться в работу, в учебу. А смыслы – это как раз люди, которые решают свои вопросы через творчество, через изменение сознания и так далее. Так вот, дорогие мои, те, кто со смыслом, идите ко мне, нам есть о чем поговорить.